Из-за еды? Ну, это же вообще, типа, зависит от того, типа, короче... как мне, короче, рассказывал врач, это, короче, из-за вредной хавки. То есть, типа, там, короче... Может, он не вредную хавку ест. Вот, у меня, у меня сиборейный дерматит. Это, короче, от вредной хавки, типа. Это навряд ли у тебя от вредной хавки. Это хуйня на желудок берет. Нельзя, типа, не, короче, ни сладкую воду, типа, ни шоколадок, ни хуя вообще нельзя. Вот у меня тоже этого... Ну, можно что-то, типа, короче, каши, блядь, и то гречку, рис, булгур. Рис еще как лучше схаваем, вот эту шляпу она стоит. Рося, да, можно, в принципе. Ну давайте. Можем второго шапа организовать. Чур, хвостик мой. Там один шапен за меня вроде сидит. Там из кого? Не знаю, Рогу. Вара убрать одного. Тот просился на замену. А что, Слава отпустила, нет? Угу. Да вроде попустила. Встал. Варахей уже подлетел, уже он сейчас прибежит. Что-то он молчит очень много. Меня это пугает. Ты жив? Не-не-не, ты остаешься здесь. Его в мут закинули. Ты смотри, я сейчас с гильдии выкину, заяц. Кого? Мне, сука. Хилы, у всех банки на ману есть. Надо, есть у кого флоски? У меня есть 13 с собой, но в банке что-то под 90 должно валяться. Сейчас релануться надо. Вот за хилу. По-моему, 5. Ну, бля, 5 можем убить, нахуй. А 6 уже, бля, ДПСа не хватит. Точно. Когда ДПСа дохуя, 6 бьют. Чё, как? И то с сапротами начинают и банки перепивают. Чё? Да. Там либо мне, либо Мишке держать двоих. Ах, пал нужен. Зайдешь на хапал? Это типа надо, ну, типа, держать троих и убивать каратреса самого. Нет, нет. Короче, каратреса вот сюда отводим. Центр. Двоих шамана и ханта держат вот там, где они все стоят. И жрицу вот эту уводят за колонну. Да, я жрицу вот тут держал. Вот. А убиваем кого первого? За этой колонной. Хапал отсюда вот частичкой. Тебя. Я так понял, сначала убивается его приспешник, а потом сам Каратрес, да? Сначала убивается... Нет, хранитель глубин, Шаркис, это Хант. Угу. Потом убивается жрица, хранительница глубин. Ахилачу. Потом убивается шаман, и потом только Каратрес. В таком порядке. Шаман это этот Волнис, да? А почему именно шамана в конце? Дольше бить будем, нет? Нет, там нормально. Да. Нихуя себе, мне такого можно? Там жирается на всю ману. Смотрите, по инерам. Ну, желательно, чтобы вы самостоятельно закидывали. Но только после того, как, вот, если на хила повесилась пиявка, закидывайте после того, как пиявка спала. А
А она типа пока все не высосет, и типа просто высосала и съебалась, ее бить не надо, да? То есть... Высосет и пропадет. Архель, из тебя каски. Где вообще делаться? Invisible пришел. Ну там же опять же учитывается без сопротов. Плюс щиты за абсорбер. Жрицы для кого? Но ты на ком там? Лок аниме. Мы Invisible говорили, пришел. За меня сиди пока. Войт, войт, этот Дусан говорит, есть демон. Я могу в танке. Там, когда убьем этого шамана, пойдете бить вот эту жрицу Карибдис, блядь. У нее залп есть. Сейчас скажу, как называется. Залп водяных стрел. Вот под него сдавать массивы надо.
Локеса. Ассиста дай. А у нас этого протопала нету, да? 4-4. Ну, бля, этого жрицу, говорят, там танчит палкой, короче, там, бля, он кидает, нахуй, 7-7%. Есть протопалы 4-4. Но я понял, для чего он имеет в виду. Там залп стрел тогда меньше будет, короче, херячить, да, по рейду. А как он, по 30 бьет, по-моему, или по 25 там? 25 где-то так улетает. Да. Да, сапроты и, бля, эти, мастер аур надо распределить. Там налет. Рарник, возьми ото льда ауру. Что происходит? Кого-то разъебывают. Что за кризис? По фактам кого-то разъебали. Дети, пиздец, там трое шухули. Дерутся. Пошлость, короче. Чисто вырастил бойцов, блядь. В натуре. Че мы там, кого ждем, блядь? Инсибала. Как ты сказал? Инвинсибала. Инвизибла, Войда. Инвинсибла, да? Ну ладно. Кто инвисибл, блядь, что? Инвинсибла, блядь, что нахуй? Здесь, ладно. Ладно, есть такой проблема с английским. Сасун? Вообще Invisible Sun. Кто Сасун? Invisible Sun. Я вот не знаю, как лучше сделать. Или чтоб я двоих танчил. О, такой из Англии, Войд. Подожди, смысл в том, что я могу стать на эту... На жрицу в 4-4 меньше вас будет шотать. Откуда, говорит? Бля, мой... Ну так, хоть, ну да. Планируем. Вообще, бля. Нихуя себе, блядь! Откуда? Откуда у тебя? Ну мы тогда вот один. Говорят же. Что он умеет? Ебать там нахуй! Где там, блядь, бродите? Сейчас они пока доползут. Пиздец, они в начале инста нахуй. Сейчас, пока не доползут, мне надо будет уходить на файл. Ебаный урод. ГП нахуй накидывай себе. Сразу полтинник. Полтинник, расчехляй нахуй. Да, да, я жду. Сразу полтишок. Писярик Войду налейте. Пиздец, я просто на карту смотрю, блядь, я сейчас... И плачу, да? Ну, блядь. Как раз за час добегу. Разбудите, блядь, через минут 20-30. А, ну мне что, выйти? Я посмотрю, что вы без напула сделаете. Хуя пососете, блядь, плотно. Ну, ты ж не один вот на пул. Ты ж не один на пул в гильдии. А, ну да. А, ну да. Ну, два хантана еще помимо тебя есть. Дима Траволта как бы тоже ровно. А, да? Ну, давай. Да, ну, давай.
Киньте себе ДКшники магнит на пулю. И робота, да, без меня убьете? Вообще как нехуй, брат. Понял, понял. Да, я так и понял. Хули там убивается? Хули там, ну реально, блядь. Хули ты на пулы, блядь, для даунов? Это для дебила придумали, блядь. И ДПС за меня тоже кто-нибудь даст. Ну, блядь. ДПС найдём. 24, блядь, охуета вообще. ДПС мы найдем, не переживай. Натуре, это, конечно, ты помнишь, ты на работе еще с этим с куполом бегаешь. Знаешь, я говорю, в смысле, нахуй? А, да, да. Да. Ты, блядь, прожуй для начала. Печаль, беда. Опять 18 тысяч на роботе, блядь, ну ладно. А ты говоришь, там пул уберите. Опять 25 на роботе, блядь. Натуре. Хочешь заханить, что я ДК, делаю себе лока, будешь полезным. Да. А ты мне... А... Ну, их могут держать только блокеры. А протовара нету? У нас протопал. Там блок сам по себе живет. Протобебра. Ну, у протовара попиже блок, чем у пропала. Кто такой сказал? Я. Ну, там нет. 4-4 у протопала, там у них... Надо почитать, короче. А если Т-10? Ну, с тренькой на блок... Не, ну разве у протовара не пизжи блок щитом, типа... Нет, 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 смотри, одинаково, блядь, приятно. Практически. Смотри, Ну, вот это триня, ну, триня с ТГ. У меня сейчас блок, ну, короче, когда я прожимаю щит небес, 67.3. А сколько он тебе когда? Ну, он постоянно на мне висит. Без щита небес, 37. Я вижу 37. Ну, вроде там, да. 8 стаков, висит 10 секунд, откат 8 секунд. Ну, и ты его по КД обновляешь, да. Спасибо. Да. Да ну нахуй они пришли. Ну, блядь, там уж справишься, там отбить некого. Еще ползут. Блядь, не прошло и года, нахуй. Зато мы теперь знаем, сколько с начала инста бежать сюда. Ровно. А теперь встречайте. Минут. Великие войны Орды. Ну, 46.7, ну, грубо говоря, 47 мультов. У трех этих. И у Каратреса 62 смелочи. Лакеса. А сколько у него таймер до берса? 10 минут вроде берса. Хуя себе. 80 мультов. Да, ну, в книжке написано 10 минут берса, а там хуй его знает. 10 минут берса. Сейчас будем бить, оказывается, шу 6. Нет, 10 минут. Вообще все? Тряпки пьют, сапроты, хватники. Нет, мили как-то не убьют. У меня талант есть. Нахуй сапрот? В смысле? Ты уверен? Я держу шамана и ханта. Хукмастер босса, Эвилаша жриц.
Я двоих. Батя поплыл уже, я нихуя не понимаю. Давай я жрицу. Да. Да. Ой, блядь, сейчас. Поплюну. Кто на квадрате будет? Нет, после шамана сразу эту жрицу. Да, да. И там подкаст «Ледяные стрелы» у жрицы. Надо сдавать массы. Можно и тёлку первую бить, но фишка в том, что... Блядь. Да. Её, во-первых, надо... Ну, вторая тёлка. Всё правильно. Патрол, Паш. Five, four, three, two, one. Кривим всю эту хуйню. Да, да, да. Тотем по 600 канах. Что, блядь? Я не рисуется очень момент. Включи микрофон. А, бля. Сейчас выгоним лучше, Эй, Ахмед! Я их выгоню вот сейчас. А я Хашандар. Финал босса ресните. Искчап тез. Нихуя. Да, вар упал. Я тут что-то периодически. Хебать на хули дринку прилетает. Там такие лещи. Я думал, как двоих этих держать, самых опасных пиздюков. Что это за хуйня? Ревностный. Я понял. Инвизибл консилятор, аккуратно. Смотри, что Invisible не бьет.
Я не знаю, что они тупят. Вадикон, Реса, финал босса. Мэтт Фокс, Зак Ханыч. И развал. Давайте этот, бля. Идите, пиздите этого. Давай. Бегите, бегите к этому, к жильце. Жильцу я дал, под незыбкой подойдет как раз. И дальше там мосты вы набрали. Бать, там больно. Все упали. А, стрелы убили, да? Да. Вот и сопротики нахуй. Меня уже захуярили. А что так далеко выводит? У нее ренджа 40 метров. Хилит этот баба, которую уводит, она хилит пиздец там. Паве. 6 лям, что ли. Может, 3. Ресель. Не, не буду, не хочу. Не будешь. Ну ладно, я пойду туда. Куда ты пошел? Не надо никуда идти. Можно бабу попробовать зергнуть. Да. Хан сдох. Хан сдох. Я не знаю, там... Варспула умер. Метать. Как тебе там резать она? А тотемы как? А, убить это? Там валяешь. Тотемы нет смысла убивать. У них там сколько? 600 КХП и он ставит их. Нет, там раз в 30 секунд он их обновляет. Так, отойдите все. А то сейчас Holy Drink встанет нахуй и согрет. Не, все нормально. Ну тут надо хилить, походу, пиздец. А как, типа, увидеть вихрь этот? Он, типа, кастует его? Синий ветерок ходит по рейду. Не, как из него выбежать? Отбежать от него. Шамана. Там фишка в том, что слышишь, может танка, который каратрес сложить. Лапку дайте. Типа баба будет, короче, еще по танку главному добить. Нет, там все способности шамана перейдут на каратреса. Ну, на 18 секунд. Там не все способности, по одной способности с каждого прислужника. Да. Хента. Шамана. Oh.
Мельком не отбегает? От ветерка. Всем надо отбегать от ветерка. Да, ты чуть-чуть побегал, он отвыдется. Меликам не так страшно. Страшно, если хилов. Он просто подбросит, и в этот момент могут танка уебать, и хил ничего в ветерке пока не делает. Там, я не знаю, секунд 5, наверное. Вот, на ДК зайдешь, может, я нахпала там тебе виднее будет. Он писал, что нужно подчередно давать CV на эту бабу. Бабу, может, на бабу под стрелы, да, сдается масса CV. Там МА. Они, блядь, каждые на 8 секунд оставляют. Или 10, сейчас гляну. Нет, они не каждый там 8-10 секунд порежут. Я последний трай. Герасика дают. Геру обычно сдают на баб. Сейвов нету стоп. Не, ну там в начале хотя бы. Пока все рассредоточат. И там, да, рейнджу держите. Ёбаный. Куды, куды? %20 охан. Кондейнер врахила. Хан, бьем шамана. У него мана кончится, он ничего не будет делать? Да. Сейчас потом расскажу еще одну тактику. Но у нас такого ДПСа нет.
Короче... Дом, ставь ТТМ. Есть... Ладно. Ману высосите, там немного у него. 4% осталось. Невар пишет, что он по 4% отхиливается. Там каст надо, я не помню, какой-то кикать, по-моему, по тему. Кикать или станет им? Ну, кикать. КЗ по ощущениям, пиздец, далеко нам. Инр в Рахела дайте. Я второго хуйсоса. Фокус, дай Инр в Рахела. Инр раскидайте. В, ну, это, в Архиле, да? Двадцать восемь. 25%. 20. Ой. Сейчас забьем. 3%. Давай, я языку дам, как отбегать будете. Все, добили. Сейф, сейф. Давай. Языку дал. Блядь, не вас отрядала. Че, дистанцию надо же, да? Или че? Да. А чем он бьет? Льдом, да? Льдом, льдом, рар. Я же в это в лестнице, в дикон лестнице лежу. Это же вставай, да, сейчас прям пока она не коснула. А, сука, как мастер упал. Барахиль ушел, да, с ней, с вами, да? Ну, со мной, блядь. Я понял, да. В милипачке еще. Ну, кстати, как по ДПСу, я тебе скажу, чуть-чуть мы не успеваем там. Че, мы встаем, бежим? Че вы делаете? Я вставал уже. Бидон. Бидон КД. Призм КД. Призм КД. Значит, Ро. Стали побежали, хуй делать. Седжу, ты самый быстрый, блин. А чё, сколько ДПС сюда надо? И друиды. Процентов на 10 побольше. Ебать. Сука, блядь. Мне Вар пишет, что мы не по той тактике бьем. Типа, все гильдии, которые убивают этого босса, они бьют, блядь, по одной тактике. И это не та тактика, по которой, блядь, мы бьем. Я тебе скажу, не все и не на 100 тысяч.
Да. Так я знаю, это нахуя мы сюда тогда пришли. А он не кинул, да? Да. Ведь как задел, хуй знаю. Нам надо хотя бы еще, блядь, 450 рейдовый надо. На сутки. Там где-то 30-ку общего еще добавить. Это все убивается. Я хуй знает, у меня ДПС. Нет, тут тоже находится. У меня ДПС меньше, блядь, чем на роботе, нахуй. На 4000, как это понять? Потому что Глеба нет, он на ДК там ебашил тоже жестко. У нас... Причем тут, блядь, он? Глеб, у него... Я про себя говорю. 17 тысяч. А, про себя. У меня 20 тысяч. А, ну у меня 18. Че ты не кидал? Я тебе ничего не кидал. Профи, был, что ты ему ничего не кидал? Бешен тебя. Это плотва. Лучше бы нахуй на джайну пошли бы. А там смысл? Там. Что каратрес, что джайна, там все ДПС метр. Нам. Да, да тоже то самое. Раз, милик. Два, три. Труля вылази. Нам не хватит ДПС ни на каратресе, ни на джайне. Это просто ДПС метра два. Нормально было для джайна. 6 миликов всего лишь. 7. Дело не в миликах, дело в РДТ пачке. Бля, Мордаунта просто слушать надо. Хорошо, не слушать не надо. А что Мордаун сейчас сделал? Вроде ж ничего такого не говорил. Да, джайн это босс на тактику. ПС. Джайн, да, босс на тактику. Тактика и урон. Тут еще есть одна тактика, по которой можно убивать. Ну, надо. Да, овергирный ДПС там пиздец. Как на роботе, короче, упираться в берсу и убивать, типа. Ну. Победный трай на роботе, сука, там его убили за 5 секунд до берсы. Ну, это не робот, это здесь... Есть те, кто крит дает, блядь, или нет? А, кстати, у нас же этого кота нет, да? Да, медведя кота нет. Это у нас много рейд-бафов нет, да, типа. Фурик есть, фурик. Бавара. Да, вар дает крит. Бавара. А, есть вар фурик. Один ар, другой фурик. Вот, кажется, не фурик, тут армс. А крит вара и крит кота стакается? Нет. Да, да, одно и то же. Хуй знает, но у меня ДПС меньше сейчас был. Хотя, блядь, я просто стою туннелю. Да, сейчас ухожу. Слов. Может, у них какой-то, типа, ну, восприимчивость к ядам там или что-то еще, нет? Ну, возможно, да, потому что некоторые... У них, кстати, этот редус на, типа, натур дэмэдж. Потому что в некоторых рейдах есть у боссов типа сопротивление болезням, там типа. Потому там, что я этими, ну как, наношу урон, короче, природой и меньше дамаг. Можете равника в танк аспектнуть, в принципе, я думаю, он должен затащить. Он тотем, но. Ну, это да. Ну и этот у него тотем еще стоит. Сколько времени не терять, можно какую-нибудь другую хуйню сходить, пока время есть. Например, ГМ, ХМ или ТТГ. ГМ, вот, нахуй. Ну, по... Ну, нет, если не хочешь, то ну, не пойдем. Я просто... Тогда ЕП, стресс, РО. И новеньким накинь.
А замене кидали за этого, за звездочета? У нас есть, в принципе, в гильдии пачка, которая сможет убить? Вот в чем вопрос. Есть. Да есть, есть, мне кажется, есть. Потому есть. Что Серджио дамажит там на 3-4 тысячи меньше. За счет вот этого. Ну, гильдии. Видимо, из-за натур резиста, да. Пиздец. Там еще этот тем. Который яда диспелит. Да. Хуйсос. Я же кинул вам в чат, что шаман ставит тотем на диспел ядов. Я укус диспелил, нахуй. Тотем противоядия. Че там? Слава, новеньким, закинь стартовое, срез. После среза, ладно, давайте, ну... я погнал. Давай, пока. Жить, собирай, пока. Зелуман. Не, да, бля, только хотел 25-ку целка предложить собрать. Один хуй, типа, ну, не должно вот так вот срезать, блядь, ДПС. Яда я по КД накладываю, каждый удар, блядь. Ну видишь, типа, а он с ним, у тебя же стаки там на одном есть. Ну там, типа, видимо, у самих боссов есть натур, да. Какой-то резист, помимо ну, тотема. У меня хуярится просто, я вот кузни кидаю. Ну иначе ты не объяснить я, просто. Я не короче, вот такая хуйня. Ну надо элемов искать. Жестких, типа, как Хэлла. А, да я еще не жесткий, но. Нага, блядь. Объяснительный. Я говорю, Книжовский. Ну вон, блядь, этот самый, кто там в Т4 кто-то говорил, блядь, Элем 35 дает. Не знаю, где, на ком, каком вот, боте. Вот здесь мне надо одевать 2Т5. Так вот сейчас следующее КД убьем, еще два куска. Вот если ШП получит и рога, то еще ДПС вырастет. Че, кстати, Сержа там что? Там, блядь, мой. Ну, в 2...